Абу Бакр, радыяллаху анху, когда он сильно заболел, ему сказали: давай мы позовем тебе лекаря. Он сказал: вы интересные люди. Когда лекарь пожелал, чтобы я заболел, вы хотите мне кого-то привести, чтобы он меня вылечил. Ведь Аллах же пожелал, чтобы я заболел. И вы хотите мне привести какого-то человека, который бы меня излечил от той болезни, которую Аллах мне дал. Это полное упование на Аллаха. Полное упование на Аллаха. Поэтому, из-за того, что у них такой иман был, они могли в малом количестве побеждать огромные войска. 2000 человек могли взять, победить 200 тысяч человек. Это при сражении Мута так же и было. 2000 человек победили 200 тысяч сподвижники. Поэтому Аллах, когда к ним обращался в откровении, он говорил: «Ваиякум минкум айшруна сабируна яглибу миатейни». Если среди вас будет 20, которые могут противостоять 200, тогда сражайтесь. Потому что у них было такое состояние, у них была такая сила. Не потому, что они были внешне здоровыми. Про Абу Бакр, радыяллаху анху, рассказывают, что он был настолько худым, что даже на нем штаны не держались. Штаны даже еле-еле на нем держались, из-за того, что он худым был. На его руках можно посчитать было каждый его сустав. Его щеки были прилипнуты прям к костям от того, что он был худым. Не из-за этого, не из-за того, что у них были мускулы, они были сильными. 20 человек могли победить 200. А из-за чего? Абдулла ибн Аббас говорит, из-за чего. Когда муэмин, верующий, совершает благое деяние, когда он совершает благое деяние, то Аллах ему, одно из тех вещей, которые Аллах ему дает, это сильное тело. Тело его бывает сильным. Поэтому, когда Халид бин Валид попросил подкрепление, Абу Бакр к нему отправил за место 12 тысяч человек одного Каака ибн Амра. Одного Каака ибн Амра отправил. Мы сегодня даже видим, вот один на один, когда выходят, не могут. Вот это даже трудно будет. А они могли. Один мог 12 тысяч взять на себя. И это из-за того, что у них был айбада. Это за то, что у них сердце было наполнено ихлясом, искренностью. Второе то, что дает нам благие деяния, это то, что лицо человека наполняется лияам, сиянием. Это не значит, что человек будет как лампа светиться. Нет, мы когда даже смуглого человека видим, у него будет особый нур, если он хороший человек. Это не значит, что он должен быть белый, как лампочка. Также то, что третье, что дает человеку его благие деяния, его айбада, его ихляс, это то, что его сердце наполняется нуром. Когда сердце человека нуром наполняется, тогда это «Ля Илляха Илляллах» начинает давать свои плоды.